В канун профессионального праздника судебных приставов Владимир Путин подписал закон, который наделяет специалистов управления ФССП полномочиями по задержанию лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству, приставы вынуждены обращаться в полицию за помощью, чтобы уклоняющийся от уплаты алиментов человек пришел к ним. При этом сами они не имеют права задерживать должников. Новый закон должен упростить работу и, соответственно, сократить сроки взыскания средств с должников. Изменения, на мой взгляд, являются позитивными, поскольку направлены на защиту прав детей, так как сегодня одной из злободневных проблем является уклонение должников от уплаты алиментов. Право задержания позволит судебному приставу более оперативно исполнять решение суда о взыскании алиментов, а детям получить материальную поддержку от своего родителя.